Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Сегодня у нас на завтрак воздушные творожные сырники. Из этих пропорций ингредиентов выходит 12 штук сырников. Это сытный, вкусный и полезный завтрак на 3-4 человек. У меня 400 грамм нежного воздушного творога, 4 столовых ложки сахара, 2 столовых ложки муки, 1 яйцо, щепотка соли, пакетик ванилина. Мешаем все ингредиенты по очереди и добиваемся однородного состояния. Как вы видите, наша творожная масса уже держит свою форму, и мы понимаем, что из него можно лепить небольшие шарики. Нашу рабочую поверхность присыпаем небольшим количеством муки, берем 1 столовую ложку творожной массы и катаем ее по муке, добиваемся формы шарика, а затем придаем такую форму, которая нам нужна. Разогреваем сковороду, наливаем 20-30 мг растительного масла, огонь обязательно заранее убавляем, сырники должны жариться на среднем или малом огне, а то они пережарятся. Ложим наши сырники и ждем, пока появится красивая корочка. У меня некоторые слегка пережарились, а некоторые получились очень красивые, румяные. Но это не так критично, главное их не пережарить. Вот и готовы наши сырники. Можете подавать со сметаной, со сгущенкой, с шоколадной пастой, как хотите. И свежесваренное кофе – это просто идеальное сочетание. Сырники получились очень нежные, воздушные, вкусные. Всем советую приготовить по моему рецепту. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Food Dinner TV. Спасибо за просмотр!